Приветствуем всех любителей узнавать новую информацию. Это тематический канал «Просто о бизнесе». Сегодня мы узнаем, как систематизировать работу сотрудников, которые работают в разные смены. Это могут быть врачи, парикмахеры, механики и многие другие. Сначала придумаем названия для разных видов рабочих смен. Затем по каждому виду смены распишем по дням недели, во сколько начинается и заканчивается работа. Остается применить данное расписание. Вот и все. Теперь можно выбирать нужную дату и записывать клиентов к любому специалисту. Вы сможете видеть часы, которые уже заняты, и легко планировать предстоящую работу на свободное время. А у вас есть сотрудники, чьи рабочие смены необходимо учитывать? Подпишитесь на нас, чтобы узнавать больше. Например, если вы хотите контролировать опоздание сотрудников на работу. До новых встреч! Сегодня мы узнаем, как систематизировать. Подпишитесь.